И мы продолжаем. И, в общем, мне пришлось как-то выключить видеокамеру, веб-камеру точнее. И вот мы начинаем дальше играть в нашу игру. Итак, дальше мы будем проходить не за вот эти тауэры всякие, ремонт. А, надо все это отремонтировать. $458, да. Так, что, вот, полный ремонт сделан. Было. Так, значит, ставим все у нас то, что есть. А то, что сейчас есть, значит, мы ставим все то, что такое. Хотя зачем? Хотя зачем мне этот тавр? Все он тупорылый. Если такой же можно взять и. Сейчас вам скажу. Кого? Можно взять этот вот. Вещь. Так, и пойти, давайте пойдем мы в этот, как его, в белую акулу. Опять за штурмовика. Поставим вот это, вот это, вот это. Так, значит, вот это, вот это, вот это, вот это. И что дальше вообще? Что такое будет дальше вообще? Ладно. В общем, так. Вы действительно хотите выйти? Нет. Честно, на самом деле очень хорошо даже стреляет. А на убийстве я больше не пойду, потому что он какой-то тупорылый, и его пройти вообще невозможно. Походу. Вообще невозможно его пройти. Не знаю, кто его вообще может пройти. Так. Ладно. Все что-то вышли. Ну, сейчас зайдут. Ладно, люди сейчас зайдут, наверное. Надеюсь. Вот. Уже зашли. И осталось вот несколько секунд. И мы уже будем в нашей игре играть за наших игроков. Да. Так. Ждем, значит. Сколько секунд осталось? 15 секунд. Ждем 15 секунд. После этого продолжаем, ну, в общем, дальше. Что будет там дальше, не? 5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0. Все, мы начинаем. Так, 2 снайпа, 1 мед, 2 штурма и офигенная команда. Да. Ладно, сейчас все попробуем. Все, сейчас мы попробуем сделать все. Сейчас все сделаем. Так. Ладно, ладно, ладно. Сейчас попробую как-нибудь это все сделать, и будет вообще идеально. Так. Ну, в общем, загрузка сейчас будет долгая, наверное. Как всегда, долгая загрузка. Потом, может, еще что-нибудь. Не, должно сейчас все загрузиться уже, как-то должно быть... Нормально это все сделано. Ну и что дальше вообще? Так, загрузка. У нас все это загружается. Так, в общем, все загрузилось, походу, уже. Вот, игра запускается. Все, начинаем. Я поменял тауэр на... Это задание гораздо опаснее всего, с чем вы сталкивались ранее. Да ладно. Мы идем спасть врага. Штаб-квартиру 18 Блэкбург. Этажей, ребят. Разведка сообщила, что на здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Это, вы должны это же взять как бы его живым или мертвым. Не дайте ему уйти. Ладно. О, он уже уехал. Охренеть! Я не смотрел туда никогда. Охренеть! Это что такое? Это вообще как дальше-то? О, и приехал вниз. Охренеть! Вы только посмотрите, сколько там этажей. Это ужас какой-то. Как дальше проходить, я просто не представляю. Я такой впервые. Так, сбор. Не понимаю, меня ранили или нет? Меня ранили. Стрелка, продолжаем движение. Вперед. Подождите, во, сейчас нормально все будет. Так,
Что, сюда? Давайте. Давайте, давайте, все, поехали. Значит, что, мы поехали? Кстати, да. Ой-ой-ой. Извиняй. Система безопасности вырубила лифт. Придется зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Врача, я дам сюда! Знать, когда мы будем готовы. Так. А, у меня само. Стоп, у меня сама броня. Контрольная точка. Офигеть. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Так, мы можем увидеть первый этаж наш. Это самое такое прикольное. Почему-то мне постоянно кажется, что здесь какие-то мины. Нет, такого здесь нет. Так. Первый этаж. Блин, офигеть, кто здесь играет вообще. Стрелок убит! Пошли, пошли! Скилловый труп. Как ты до сюда дошел так? То, что я не понял. Я что-то добрался с головы. Извиняй. Заметь. Дальше идем. Идите в лифт. Как-то это довольно. Очень сразу пошли. Так, у меня была подствольная, но... Я убил стрелка! Нафиг мне подствольный играет, если я стрелять из Тауэра не умею. Ты как раз вовремя. А, он вылетел! Серьезно? Да ладно, как мы тащить-то будем? На самом деле нет, мы будем нормально тащить. Наш радар засек, что к вам приближается вертолет. Скорее всего, цель собирается покинуть здание на нем. Вы должны добраться до вертолетной площадки, пока вертушка не приземлилась. Так, идем дальше. Патроны, я здоровье и броня восстановлены. YouTube. Игроки воскрешены. Чтобы вы знали. Так, дальше. Опа! Сюда вышел, сюда вышел. Убил, дальше идем. У них урона очень мало, на самом деле. Это довольно-таки странно. На Анубисе мы играли в кофе, но почему-то очень мало. Очень мало, честно. Как я слился-то, блин. Да ладно. Ладно. Врача! Врача! Ну, медик, давай, давай, давай. Врача! Ну, они даже не на этом, не на самом этом. Не знаю даже. Ромбы. Чему? Я убил стрелка! Теперь все должно работать. Никого из таких огромных рангов здесь нет. Да ты меня слил. Ты ненормальный, ты понимаешь? Нужно врача. Нужно двигаться, бойцы. Идем. Стрелок нейтрализован. Прыжки. Офигенно. Так, я почти что на первом месте. Поторапливайтесь. Так. Сейчас попробуем сегодня пройти ледокол, наверное. И еще несколько игр. Так. Патроны, здоровье. Потому что и я же сейчас никому не мешаю. Игроки воскрешены. Поэтому я буду играть дальше. И долго. А, я сейчас сольюсь. На тебе, блин. Уже не круто. Нафиг, контратака. На. Контратака. Файл. Еще. Так, перезарядка. Не, нифига, ты чё? Ты зачем меня слил? Вы можете не стрелять. Да в меня попали. Медик. Больно. Срочно врача. О, ну все понятно. Все понятно с вами. Что? Можете по своим не стрелять. Так, 4. Нас и так 4. Знаки есть? Знаки, я спрашиваю, да.
Мы получили код доступа. Вперед! Ну, в общем, я не знаю. Давай, давай сюда. Мы анализируем данные, полученные с серверов Blackwood. И я дам знать, когда мы выводим из них что-нибудь важное. Ладно. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. У меня... Граната! Блин, кто стреляет? Но! Граната! Флеша. Осторожно, граната! Да как так? Это нереально. Мне нужен врач. Я? Вот черт, врача! Так. Быстрее, мне нужен врач. Я... С этой раз, наверное. Они-то точно в первый раз. Давайте к лифту. Ну чё? Вали его. Лифт. Лифт. Когда будут гранатометчики? Там осторожно. Достигнута контрольная точка. Все будет интересно. Боезапас пополнен. Недолбанное подкрепление. Достали. Блин, лечи. Врача. Ты дебил, ты можешь, блин. Эй, док, мне нужна помощь. Ну все понятно. Все понятно, короче, Сава. 5 секунд. Все понятно, короче, с вами. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Не сливайте. Пока вы выполняете задание. Пожалуйста. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки конечно, воскрешены. Вообще. Твою мать. Атака. Контратака. Да блин, не
медик, медик. Спасибо. Нормально. Так. Так. Граната пошла! Граната! Ой, я сейчас вторуся. Мы готовы к зачистке следующего этажа. А теперь побежали. Ай-яй-яй, как так? Тихо, блин, тихо, я смогу. Давай. Ну. Идите, блин. Патроны, здоровье и броня восстановлены. А, игроки воскрешены. И пошли. Резай. Это тупые какие-то, блин, играют. Вообще нет. Потом просто буду сидеть. Там здесь. Я ж в баге. Бак, ребят. Фейси, где вас никто не поймает. Как-то. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Вот уже. Тихо. Во. Побежали. Бежим. Мы готовы к зачистке следующего этажа. Подпишу тебя. Я уж думал, мне конец. Еще бы кипятился. А как он меня так, эй? Давай. Но известно, что эту охоту на ведьм пережила только Элис. Ладно. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Контрольная точка. Так, а где это? Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Теперь-то ее нет. Теперь-то да, ее нету. Все, это конец. Давай еще бегать. А. Вот стреляешься. Так, где он? Сам прикол то, что мне все устанавливается. Дебил.
есть зарядка. Мы получили код доступа. Вперед! Всего через несколько месяцев Урсула предложила американским толстосумам помощь в защите их сбережений. Эта женщина – финансовый гений. Я ничуть не преувеличиваю. Так буквально в одночасье родилась корпорация Blackwood. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Так. Все по мне. Здесь где пах? Сбагованная, да, даже не получилось. Так. Какие-то стреляем. Давай, давай, давай. Стрелок нейтрализован. Вперед! Стрелок убит! Скорячь здесь. Просто спрятаться или ждать. Так. Ты меня вот представляешь, чел. О, конечно. И у меня гранатка. Граната! Осторожно! Граната! Сел. Я перед тобой в долгу. Благодарю за помощь. Спасибо тебе. Стрелок убит! Пошли, пошли! Все всегда идем в отход. Я обработаю твои раны, просто так нам нужно. Да, что такое, что такое? Нет. Залагал, короче, все это дело. Так. И да, я не могу отлагаться. О, отлагал. А я не могу двигаться вообще. Нужно двигаться. Меня залагало, короче, все. Охренеть. Че, почему? Залагало, короче, ребят, это что-то нереальное, это что-то. Зря я начал снимать тогда, когда она верит, это всемогущий доллар. Она обращается с людьми жестко и не считается с потерями. Сейчас Элис обладает огромным вот, влиянием. Вот, отлагало, вот. Но есть... Сейчас я возьму, просто вот так вот сделаю. Нахрен мне на это надо.
вообще нафиг это все выключу. Давай, 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 ну. Что, я без слева? Кидаю гранату! Черт, пригнитесь! А теперь что-то нереально происходит, ребят. Я закончил, короче, эту штуку, а все равно сильно лагает. И это очень даже странно, потому что раньше такого не было. Да, залагала сама именно игра. Мне пришлось отключить загрузку данного видеоролика. Нет, ролик. Да, мы слили, просто слили. Нет ни у кого. Мне все залагало. Да ну в шопу, короче, все. Хрень, я не знаю. Это, короче, я просто вот не представляю. Вот что-то. Что дальше вообще? Как вообще? Давайте еще раз. У меня очень мало этих штук. Потому что я не знаю, почему залагало так. Серьезно, это впервые такое залагало. Нет, не впервые. У меня всегда, когда закачивается видео, постоянно так лагает. Блин. Это мне очень помешало играть на самом деле. Это вот... Вы сами видели, это лаг был какой-то нереальный. И... Это было реально... Нереально, ребят. У меня... Просто вот слетело прям все, у меня ничего не работало, Поэтому я не знаю, как вообще дальше, как играть-то. 7 знаков, это вообще как? Это дальше как вообще мне продолжать? Как мне дальше стримить-то? 5 знаков, ой, не 5 знаков, я имею в виду 5 этих штук. Это прям вообще, это что такое? Я просто вот не представляю. 700 уже, охренеть. 6000. Я не знаю даже, что уже взять, потому что... Что бы я ни брал, потому что... Ну, не получается у меня никак. Давайте я попробую вот набор здесь есть. Я, правда, не знаю, как мне это поможет в игре, но должно как-то помочь все-таки. Так, 6000. Нет, 6. Нет. Оружие лучше. Вот. Нет, не лучше. Блин, забыл. Где эта штука? Ладно. Начинаем еще раз, значит. Я не знаю, это очень залагано все было. И поэтому я просто проиграл. Это было не очень. Это прям вообще ни у кого знаков нет. Это реально какая-то такая команда. И видите, я даже не кричу ничего. Я просто говорю вам то, что если вы без знаков, то вам в профи делать нефига. Идите в PvP играть. Ну, как все говорят, иди в PvP играй. Это мой совет. Если у вас нет знаков, то, пожалуйста, вы можете играть в РМ, там, я не знаю, вы можете играть в PvP, в PvE, но в спецке, в профи не играйте. Вот я вас сам прошу, я вот, ну, бас, я вас вот прошу, пожалуйста, не играйте, вот, просто не играйте, вот, эти штуки. Это задание гораздо опаснее, чем вы сталкивались ранее. Мы идем спасть врага, штаб-квартиру Blackwood. Разведка сообщила, что в здании находится один из лидеров корпорации, который заведует ее финансами. Потому что я, правда, надеюсь, что не залагаю, потому что я сейчас записывается и записывалась. Не записывалась, а закачивалась туда. Хотя... Я не знаю, как дальше. Как без знаков. Знаки получать довольно трудно. У меня было 11 знаков. И чтобы получить один знак, хотя бы нет, просто чтобы получить один знак, довольно-таки надо долго ждать, потому что денег дают очень мало. Возможно, вообще не дают. Их очень редко дают, на самом деле, в день. Дают за новый уровень, но до нового уровня мне еще далеко, у меня всего 70%. И поэтому, если я сейчас просру, заметьте, не проиграю, я говорю, просру, я не просто я сейчас проиграю вот эти вот знаки, это будет очень даже обидно. Честно. У вас знаки есть? Просто спрашиваю сейчас. Знаки ли у них есть? Пошлите.
один. У меня 7 знаков. Но я могу бы любой. Система безопасности вырубила лифт. Придется зачищать этаж за этажом и взламывать коды доступа. Я дам знать, когда мы будем готовы. Взлагать. Так. Достигнута контрольная точка. Так. Боезапас пополнен. То есть, как бы, чтобы они на меня не рассчитывали. Стащу или что? Потому что реально, и записывается видео, и закачивалось тогда. Тогда просто лагало очень сильно, на самом деле. Вот, у меня хотя бы стал интернет нормальным. 4 полосочки. Обычно, когда у меня закачивается видео, переключу на этот видеоролик, там история, что там. Мало, наверное, одна красненькая была. Вот такой вот у меня сигнал, когда я заканчиваю видеоролики и одновременно снимаю. Снимать очень даже сложно в этот момент, потому что вот эта вот штука, которая у меня раньше была, это реально глюки. В лифте враг этот появился. Охренеть. Ладно. Техники разблокировали лифт. Так, надеюсь, они все на максимальном экране. Наш радар засек, что к вам приближается вертолет. Скорее всего, да, ребята, у меня вот такая вот гениальная мысль, конечно. Почему гениальная, я не знаю. Называется это видео. Просто видео. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Warface. Прилог убит. Повторяю. Прилог убит. Снял стрелка. Продолжаем движение. Да что ты меня убиваешь-то? Ты кого-то стреляешь-то? Идиот. Ты чё? Граната пошла! Стрелок нейтрализован! Вперед! Ближний бой! Теперь все должно работать! Идите к лифту! Я не знаю, почему они не могли сразу все разблокировать, потому что это же все-таки наша компания. И довольно-таки здесь огромное количество этажей. Это очень даже странно. Так. Переходите на следующий этаж. Так. Я запутался. Я не запутался. Вот так вот. Патроны, здоровье и броня так восстановлены. Игроки воскрешены. 10 убийств всего. Где выходить? Входить. Стрелок убит, повторяю. Стрелок убит. Потому что даже, смотрите, я отключил веб-камеру, потому что мне так лагала игра, что надо выключить веб-камеру. Вы не поверите, но камера тоже влияет на качество съемки. Вообще на все. Потому что моя программа занимает очень далеко место. Занимает очень далеко интернет, потому что дальние данные программы, она через интернет. Так, не залагало что-то. Это... Да у меня опять... Она слетела, охренеть. Не может быть. Как так? А почему она слетела, я не понимаю. Взял, слетел Warface у меня. Охренеть. Там вообще что такое? Блин, а почему он слетел, я не понимаю. Да. Очень сложно, конечно. Очень довольно-таки сложно.